Товарищ гвардии полковник, попытка сходу прорвать оборону противника не удалась. Похоже, что после месяца отступления фон Манштейн наконец добежал до оборонительного рубежа. Что перед нами? Признаки заранее организованной обороны. Слышу вас! Говорит Травкин. Есть связь с командиром разведывательной роты. Волга! Слышу вас! Я Дунай! Прием! 131. 12. 131, 12. Травкин передает, фронт перед нами занят 131-й немецкий. 20. 64. 16. 447. 36. 102. 30. Заканчивает. Прием! Гвардии лейтенант Травкин передает. Западный берег реки оборудован долговременной фортификацией. Посылает группу в тыл противника. Правильно действует. Уточните время возвращения группы. Повторите сроки возвращения. Обратно фронт переходим от 2.30 до 3.00 завтра. Если не выйдет, в это же время в другую ночь. Хорошо. Саперы? Я старший. Фамилия? Максименко зовут. Проход подготовлен? Да, товарищ гвардии лейтенант, в указанном месте. Проведете и обратно. Слушаюсь. Только не задерживайтесь. Ордена, медали, все личное, сдать парторгу товарищу Быкову. Ордена, медали, все личное, сдать парторгу Быкову. Еще раз воевать собрался. На самой войне воевать по много раз уходить приходится. Держи. Работает как часы. Ну, возвращайся с удачей. Подчонок. Разведгруппа к переходу фронта готова. Отправляйтесь. Слушаюсь. Саперы, вперед. Письма домой. Даже пня на 10 верст в окружности. Как с Марченко? Связь установили? Пока нет. Поправь ремень, опять налево поехал. Молчит Марченко. Ну не унывай. Марченко солдат серьезный. Ответит. Тебя тут лейтенант ищет. Лейтенант! Товарищ гвардии лейтенант Травкин? Я Травкин. Лейтенант Мещеряков на должность заместителя командира роты по политчасти прибыл. Для дальнейшего прохождения военной службы сами попросились в разведку или вас назначили? Просил сам. Хорошо. А какие у вас данные для этой работы? 2 года войны. Так, а еще? Прыжок в высоту 1,70 м, бег 100-метровка 11 секунд, остальные результаты по норме. Плыть могу 5-10 и сколько надо километров. Рекорд родного города. Какого города? Юрьевец на Волге. Слышали? О, знаю. Хороший городок. Ага. Городок небольшой, зато река великая. Волжанин, значит? Волжанин. Хорошо. Думаю, мы с вами сработаемся. Сработаемся. Гвардии сержант,
знаменитый следопыт. Товарищ гвардии лейтенант, через 5 минут зайдите ко мне. Слушаюсь. Объясни лейтенанту, как нам добраться. Подождешь меня здесь. Слушаюсь. Кто это в бурке? Начальник штаба дивизии. Гвардии полковник Алиев. У него бурка с секретом. Чуть немцам запахло, он ее раз, плеч долой, чтобы руки свободны. И всем ясно. В дивизии боевая тревога. Отчаянной храбрости командир. Мы с ним вместе в кавалерии служили. А вы, значит, кавалерист? Нет. Я у него шофером был. Ну что ж, пойдемте, что ли? Пойдемте. Противник бережет от наших разведчиков свой тыл. Ваш участок, товарищи, необходимо высветить. Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться? Слушаю. Группа Марченко из разведки до сих пор не вернулась. Пойдите сюда. Начальник разведотдела армии, полковник Семеркин. Садитесь. Вот подробности. На участке соседней дивизии сегодня ночью был взят язык, офицер связи. При нем найдено донесение, из которого ясно, ваша разведгруппа не вернется. Какие вами подготовлены огни? Подвижной заградительный. Мощность? 6 дивизионами, сосредоточенный 2 полками. Жаль. Хорошие были люди. Разрешите послать новую группу? Человек 5-6. Отдаю должное вашей сообразительности. Ясно. Обстановка усложнилась. Задача вам известна. Кто из вас поведет группу? 57, 17. 11, 8, 3, 14. Разрешите вести меня? Поддерживаю. Хорошо. Передавайте. Согласен. На этот раз наши мнения совпадают. 12. Сколько вам нужно времени на подготовку? Открыть огонь. Суток 5. Переложил ли бог войны? Что у тебя там за 12 номер? 300 стволов. Даже рука болезни не стала. Это за твоих людей, Травкин. Товарищ гвардии лейтенант. Я уже вам сказал, в разведку не возьму. Молоды вы. Das ist richtig, aber nicht so wichtig. Что вы сказали? Немецкая поговорка. Это верно, но не так уж важно. Ах, вы говорите по-немецки. Говорю. Ну что ж, это меняет дело. Будете бойцом и переводчиком. И меня подучите немецкому языку. Оформляйтесь. Слушаюсь. Проехаешь по Дочинске, да? Да. Фамилия как? Голубовский. Голубок, значит? Мамочкин. Вот так вот. Волга, Волга. Я Дунай. Прием, прием. Товарищ гвардии лейтенант, пока ничего. Рацию можно снять с приема. Они вернулись? Нет. Thank you.
Кул. Что вы? Явился на сигнал. На какой сигнал? На нашем языке это сигнал ко мне. Извините, я не знала. Не знала. Надо знать, что черепить. Если не ошибаюсь, вас вроде Катюши зовут. А, Катя. Вполне боевое имечко. А я вот тут для вас. А я не слепой. Знаете что? Давайте говорить откровенно. Я ваш секрет знаю. Секрет? Не понимаю. Ну зачем темнить? Зачем скрывать чувства? Я же вижу, как вы на меня смотрите. На вас? Ну да. Я это понимаю как любовь. Ну, меня, конечно, любили, но так как вы на меня еще никто не смотрел. Очень хорошо смотрите. Товарищ гвардии сержант. Все ясно. Я, конечно, для вас не очень подходящий. Характер не кроткий. Шахтерский. Однако обратно. Слышь тебя, не ползи. Я не ползу. Я не вам. Кому же? Тот, кому говорю, это знает. Он меня как языка хотел взять. Меня. Ой, что вы делаете? Как вам не стыдно? Слышите, перестаньте сейчас же. Чего вы смеетесь? Это для тренировки. Травкин приказал. Иртыш, Иртыш, отвечай. Я Урал. Прием. Урал, Урал. Я Иртыш. Прием. Я Урал. Слышу тебя, Иртыш. Не гуляй волной. Проверь контакт, усиление прибавь. Перехожу на прием. Урал, Урал, поняла, повторяю. Ой. Здравствуйте. Это наша радиостанция. С нами пойдет? Здравствуйте. Вполне исправный, самый хороший. Самый лучший во всей дивизии агрегат. С вами пойдет точно, товарищ гвардии лейтенант. Ну что ж, работайте. Гвардии лейтенант. Так. Такая неумелая техника. Ну почему люди не придумали, чтобы без настройки позывных? Слышишь? Слышишь? Здесь живет девушка одна. А ты про это не знаешь? А я про тебя все знаю. Родной такой человек. Вот. Возьмите цветы. Что вы? Ну, берите, берите. Не надо. Да берите. Ну, спасибо. Пожалуйста. Вот так вот. Иртыш. В чем дело, Иртыш? Долго я тут буду слушать чьи-то тяжелые вздохи. Боевые друзья мои, шлю я вам свой низкий поклон и пожелание успеха и побед в борьбе с нашим общим врагом. Бей гада, фриц. А вот портрет. Что там у вас? Письмо из госпиталя. От кого? От Аниканова. От Аниканова? И портрет. Хорош. Выздоравливает Аниканович. Поправляется. Золотой человек. Ранили весной в наступлении. Тетя Таня! Я покажу тетю Таню. Тетя Таня, где вас? Какая вам тетя Таня? Стать как положено. Тетя Таня. Я из-за вас по всей дивизии тети Тани зову. Разрешите обратиться? Я разрешаю. Вчера гвардии полковник Алиев при комдиве вдруг говорит тетя Таня. Смирно! Товарищ гвардии старшина. На ваше имя прибыло письмо. Вот.
Господи. Ой, милок, ты давай скорее, давай. Госпиталь. Почитай. Дорогая Татьяна Васильевна, у меня в госпитале находится на излечении ваш муж, сержант Улыбышев. Вот, ранение у него было тяжелое. Теперь он поправляется. Вы с ним сдружились. По адресу на вашем письме я поняла, что вы служите в штабе адского соединения, которым командует мой муж. Вот женщина. Если вы находитесь недалеко от него, когда сможете, напоите его чаем. Совсем недалеко. Садитесь. Приступайте к исполнению обязанностей. Налейте еще чашечку. Катюша, возьмите там чашку на столике. Напишите, что все просьбы будут выполнены. Конечно, напишу, товарищ полковник. Травкин прибыл. Ай-яй-яй, разбили. Выскользнула она. Пусть войдет. Ничего, ничего, у нас их на вооружении все достаточно. Товарищ гвардии полковник, по вашему приказанию гвардии лейтенант Травкин прибыл. Вспомни, разведчик, былые дела, честь Сталинграда и доблесть Орла. Ночи ненастные, рейды опасные, ярость, что сердце солдата жгла. Ночи ненастные, рейды опасные, ярость, что сердце солдата жгла. Верное сердце не дрогнет в груди, слава тому, кто идет впереди. Это люди. Слушай, Вася. Быков, а Вася? Вражников, сыграй, Семенов, Мамочкин вот. Это, заметь, личность. Был еще такой замечательный разведчик, Аниканов. Аниканов, слышал. Подранили его этой весной. Расспроси о нем Травкина. Чаще вспоминай, ставь пример. Так вот, брат, идешь в боевую разведку официально руководителем, представителем партии. А фактически учеником. Я об этом думал. Разведчики народ особенный. Авторитет у них завоевать трудновато. В тылу врага арсенала громких читок и наглядной агитации не будет. Я считаю, что может выручить личный пример. Может выручить, говоришь? Да, личный пример, особенно в бою, это основная форма политработы. Молодые вы, Травкин. Мне 23 года. Я не говорю, что это плохо. Давай меняться. Ты в партии 41-го? 41-го, товарищ гвардии полковник. 3 года – это большой срок. Вот жаль, что с разведчиками не очень знаком. А я их знаю. Да. На заводе работал с такими же, воевал в другой дивизии. Люди разные, а песни об одном поют. Мысли сходные думают,
что у всех на сердце. Одной жизнью живут. Можно считать, что знаю. Ты, говорят, брат Мещеряков, стихи пишешь. Бывает. Хорошо. Ну, помогай. А то мне одной рукой не унести. Пойдем потихоньку. Сержант Мамочкин, пойдете со мной. Прошу читать карту, разведчик. Наличие в этом районе большого количества дорог, 3 железных, 4 шоссейных, все с запада на восток, дают возможность немцам сосредоточить крупные силы для контрудара. Не напрасно после месяца отступления фон Манштайн остановился здесь. Понимаю. Когда у немцев смена часовых? С наступлением темноты в 22.30, в 0.30, в 2.30. Так точно, в 2.30. Начальник разведки дивизии у нас прекрасно информирован о противнике. Отправитесь сегодня ночью в 0.15. Слушаюсь. Майор Лихачев, вручите кодированную карту. Получайте, гвардия-лейтенант. Ну, а теперь условимся. Позывная разведгруппы будет, ну, скажем, «Звезда». Позывная дивизии... Земля, так? Так. Да, как тебе насчет радистов? Я получил сегодня докладную от сержанта Симаковой. Просится с тобой идти. У меня же есть бык, товарищ Гладков. Входите. Все обеспечивающие операцию действуют согласно боевого распоряжения. Можете идти. Ну что ж, иди, разведчик. Дело, надо сказать, чрезвычайно серьезное. Пошел бы я с тобой. Да ты, говорят, старых в разведку не берешь. Ты там... Смотри. А ведь были в немецком языке и другие слова. Огонь. Красота, доброта, человечность. Верно. А я не стану вас учить хорошим немецким словам. Иначе нам с ними разговаривать. Правильно. Фальт, верт, гешоссен, так что ли? Что вы сказали? Стой, буду стрелять. Ага, вот-вот. А вот я учился в школе имени Тельмана. Учителя нас приветствовали Ротфронт, и мы им также отвечали. Да, молод ты еще, голубок. Вот придем в Германию, придется превращать их снова в людей. Правильно. Покажем фашизм. Там немецкий народ откликнется на имя Тельмана и на честный пролетарский лозунг. Вот и откликнулись. Вот вам Ротфронт. Это пока. Здравствуйте. О, так бы денек пожить. Одна здоровица. Командир задерживается. Который час? По московскому времени 23 часа 25 минут. Вот она точность какая. А. Ох, мне эти 25 минут. А что? Первый день отпустили меня с призывного пункта домой. Строго тогда было. Чуть что, самовольная отлучка. Точно. Но не в этом дело. Прощался с матерью, с женой, с ребятами. Торопился. Обратно бегом бежал. Дамская. Нет, не пойдет. Прибежал на 25 минут раньше срока. Всю войну вот мне все 25 минут жалко. Бывает. Точно. А Никанов?
Товарищ гвардии лейтенант, гвардии старшина Никанов прибыл в краткосрочный отпуск. А Никаныч! Я тоже рад, что вы прибыли, гвардии старшина. Откуда вы меня знаете, товарищ лейтенант? Знаю. По делам вашим знаю. Благодарствую. Можно готовить группу? Готовьте. Праздником! Есть! Говоришь, в отпуск? Да не, я от него отказался. Но меня направили в другую часть. Как в другую? Так, в другую. А я от поезда отстал. Ах, отстал. Да я думаю, погляжу на свой взвод. Боевой лейтенант. Но там видно будет. Значит, к немцам идете в тыл. Идем. Семенов, НЗ получил? Получил. Всем роздал, товарищ гвардии лейтенант. А Марченко-то где? Не вернулся Марченко. Вечная ему память. Ну так как же? Со мной пойдешь? Или побежишь свою часть догонять? Думаю пойти с вами, товарищ гвардии лейтенант. Только в ту часть напишите, что не дезертир я. Ну, вообще напишите все, что нужно. Вот слышу глаз. Не мальчика, а мужа. Ну, здоровайте, дружки. Ах ты моя мама. Ах, Никаночка. О, я думал, ты после госпиталя прямо на пенсии. Нет, есть силёнка. Годится. А ты как думал, шахтёр? Ну вот я и дома. Ну, товарищ Никанов, принимайте команду. Слушаюсь. Слушай мою команду! Разобрать оружие! Вовремя пришли. Повидать хотите? Кого? Конечно, не меня. К сожалению. К моему. Позвать, что ли? Нет. Потом поздно будет. Сегодня уходим. Сегодня? Сейчас. Позвать? Да. Нет. Ну, какая ему пара? Он такой умный, серьезный, а я обыкновенная девчонка, как тысячи других. Неверно это. Любой человек, знатный человек у нас на Донбассе, посчитал бы за честь вот так вот. Уверенности у вас в себе маловато. А без этого... Знаете что? Берегите его. О чем речь? Да каждый из нас за него... Сами понимаете. Вот я отца с матерью не слушал, а его слушаю. Человек. Дайте я вас поцелую. Ну что ж, если вам так нравится. Возвращайтесь скорее. Уходи, строится! Становись! Раняйся! Замечали? Чем ближе к переднему краю, тем воздух гуще становится. Как будто компрессором накачали. Сжатый воздух. Волнуетесь? Нет. Не верю. Немножко есть. Я тоже волнуюсь. Пошли. Все здесь? Все, товарищ гвардии полковник. Докладывайте, капитан. В случае неудачи по вашей красной ракете сигнал обнаружены. Я делаю арт-налет по цели номер 6 для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин, не вздумайте уклониться влево.
А то попадете как раз под мои разрывы. Понятно. Минометчики. Пристрелялись. Готов на всякий случай пулемет. Саперы? Саперы на месте, старший сержант Максименко. А, старый знакомый. Задачу свою знаете? Да знаем. Разминировать немецкие мины, разрезы, проволоку, пропустить группу всей разрезы, а швидко вертать до дома на комсомольское собрание. Что будет у нас завтра утром? Боя комсорг. Такая наша задача. Проходы в воде на том берегу подготовили? Еще вчера, товарищ, говорит полковник. Хорошо. Действуйте, лейтенант. Слушаюсь. Кстати, попрыгали. Стой. Демаскирующего шума нет. Товарищ гвардии полковник, разведгруппа к выполнению задания готов. Отправляйтесь. Слушаюсь. Саперы вперед. Мамочкин, надеюсь. Подержите честь. Построим дворец Тихоинов. Возвращайтесь с удачей. Здравствуйте. Счастье. Это неудобно. Будьте спокойны. Шли как будто. Да. Кажется, прошли. Товарищ гвардии полковник, вас вызывают на провод. У провода 600, товарищ гвардии полковник. 246 на проводе. Ну, как там Травкин? Кажется, все в порядке, товарищ 600. Ну что ж, хорошо. Значит, немец спокоен? Тишина. Ракеты? Да, но не очень часто. Постреливает? Временами. Ну, не так, чтобы уж очень. Нет, товарищ 600. Нормально, как всегда.
Ну, хорошо. Хорошо. Тревожится старик. Рацию передачи. Есть. Что это там немец кричал? Грюны Гешпенстер, зеленые призраки. Осторожнее, осторожнее. Следов не оставлять. Значит, я зеленый призрак. Интересно. Товарищ гвардии лейтенант, а что зеленые призраки, колбасу едят? Можно. Зеленые призраки. С присвоением звания. Die Chirurgen zeigt sich, also Ambulanz zu.
Этого немца надо взять. Там госпиталь, он оттуда. Его искать никто не будет. Простите, его много ли здесь эсэсовцев? Haben Sie hier SS gesehen, nicht? Oh ja. Die Panzerdivision Viking. Танковая дивизия Викинг. Das ist berühmte, starke Division. Знаменитая, сильная дивизия. Observate Himmler, Truppenteile. Отборные части Гиммлера. Викинг. Викинг. Немец правду сказал. Проверим. Здесь был бой. Звезда. Марченко. Это оружие Марченко. Разведки ни одного. Понимаю. Поставим им памятник. Товарищи, напишем. Здесь сражались и погибли со славой разведчики советской армии. Марченко. Селивановский. Корейцы. Нет. Уйдем без следа. А после войны вернемся. Поставим памятник.
из гранита или мрамора. Продолжать движение. Деники, Виллибальд, Гауптштурмфюрер. Офицер. Фриц хотел стрелять. Нас всех бы обнаружили. Сержант правильно поступил. Нехорошо получилось. Надо скорее уходить из этого района. Да. Надо уходить. За мной. Найден Виллибальд Бенеке. Гауптштурмфюрер был найден служебной собакой Хильда к востоку в 100 метрах от места похищения. Унтерштурмфюрер Альтенберг. Взвод разведывательного отряда дивизии, прочесывая лес севернее расположение командного пункта полка Нортланд, обнаружил следы группы противника. Точнее, какие следы? Альтенберг, где найдено? Точку. Точку на карте. Здесь действуют несколько групп. Звезда. Звезда. Я земля. Я земля. Прием. Прием. Ничего. Луна. Подадут. Нет. Голос разведчики. Нет. Отзовутся. Конечно, отзовутся. Я зайду через час. Чайка. Чайка. Звезда. Звезда. Я земля. Вера. Я земля. Вера. Прием. Прием. 500. 500. Какого черта он молчит? Радуга.
Радуга. Подбирает Радуга. Марс. Марс. Вызывает 315. Ничего нема? Ничего. Двести пятнадцать. Вот наш узел связи. Очень хорошо. Река. Связь Травкина есть? Связи нет, молчит. Будь он не ладен. Прошу прощения, кто вы такой? Капитан Дегтярев, начальник разведки дивизии. Начальник разведки дивизии? Озеро. Я начальник разведки дивизии. Капитан Барашкин? Капитан Барашкин. Вас-то я искал. Соловей. Звезда, звезда, я земля, я земля. Прием, прием. Говорит. Тетя Таня, Травкин говорит. Да нет, ничего, ну что ты? Вы потеряли волну, тетя Таня. Звезда, звезда, я земля. Прием, прием. Иди спи. Радист обязан выспаться. А то в таком состоянии все что угодно может присниться. Даже разговор с планетой Марс. Что с вами, товарищ капитан? Расстаемся. Заколатное отношение к несению службы. Формулировочка. Переводят в резерв. Да. Земля. Тихо. Я звезда. Все тихо. Я звезда. 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 Я земля. Я земля. Слышу вас. Слышу вас. Прием, прием. М-24. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». М-24. М-24. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Части разгружаются и движутся по ночам. Штаб дивизии в деревне на юго-восточном склоне высоты 138-3. М-24. М-24. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Повторяю. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Как вы меня поняли? Прием. Вас поняла. Вас поняла. М-24. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Повторяю. М-24. Здесь сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Тайно сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Пленный 9-го мотополка «Вестланд» показал, что сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Части разгружаются и движутся по ночам. Место пребывания штаба в деревне на юго-восточном склоне высоты 138-3. Это лишний раз характеризует показательное весьма явление. Продолжающийся интерес немцев к Ковельскому узлу. Перебросьте резервы армии в угрожаемый участок. Дайте заявку фронту на авиаразведку этого района и обработку его штурмовой и бомбардировочной авиации. Богатым уловом. Так у вас в Керчи говорят, Бразника? У нас в Керчи точно так говорят, товарищ гвардии лейтенант. Теперь осталось рыбку на бережок. Говорит, рыбку на бережок. Точно, товарищ гвардии лейтенант.
нашим потянули. Да. Время возвращаться. Пошли. В районе расположения дивизии действует несколько групп советских парашютистов. По следам, найденным в разных местах, их число достигает 80-100 человек. Слушайте меня внимательно, унтергруппенштурмфюрер Вернер. Слушаю, генерал. Под угрозу поставлена скрытность операций. Какие вам предприняты действия? Войска на марше принимают все меры предосторожности. Разведывательные отряды прочесывают лес. Übernehmen die Divisionen Totenkopf und Großdeutschland, die heute am Bestimmungsbahnhof eingetroffen sind. Ihr Abmarsch erfolgt ab heute 12 Uhr auf der Autobahn Altone J, neben der Divisionen der Generäle Taube, Deidenzopf und von Stube. Die Armee versammelt sich morgen gegen Abend. Der Abmarsch muss von Schutzabteilungen begleitet werden, besonders in den Waldgegenden, Stop. Weil einige Erkundigungsgruppen des Gegners entdeckt. Noch einmal. Сейчас. Сейчас переведу. Немцы. Две группы, 30 человек. Там и там. Огня не открывать. Будем отходить скрытно. За мной. Глубок. Глубок. А глубок. Что-то слышал. О чем говорили немцы? А? Глубок. Ты говоришь? О ком? Викинг. Викинг?
Значит, здесь не одна дивизия. Так? Две? Несколько? Армия. Здесь сосредотачивается армия? Ты сказал армия, Голубовский, так? Что будем делать? Надо доставлять разведданные. Точных данных пока нет. То, что он сказал, это подлежит проверке. Сообщить о том, что противника видимо-невидимо, это еще не донесение. Это правда. Голубок. А Голубок? Голубовский. Голубовский. Все в порядке. Наверх. Ражников, в охранении. Слушаюсь. Всем отдыхать. Куда, пожалуй, он мог двинуться? Хорошо. Донесение отсюда, отсюда и вот отсюда. Так, что ли? Последний раз из квадрата 28. 28. А потом замолчал. Точно. Сейчас двое суток как молчит. Только? Мне показалось, четверо. Вдвое показалось. Что ж ты молчишь, разведчик? Не ваша ли вина, майор Лихачев? Рация была в полном порядке. За агрегат ручаюсь головой. Головой. Горяч больно. Thank you.
земля. Прием. Звезда. Звезда. Я земля. Прием. Исправил! Земля. Земля. Я звезда. Я звезда. Прием. Я земля. Слышу вас. Я земля. Слышу вас. Почему вы так долго молчали? Говорите. Говорите. Когда возвращаетесь? Говорите. Прием. Возвращаемся скоро. Не беспокойтесь. Принимайте. Мы ожидаем вас. Мы все ожидаем вас. Передавайте. Прием. Передаю. Эсэсовцы. Вынужден временно прекратить передачу. Уходить поздно. Замри. Большинство из них щуплые и низкорослые. И это солдаты черного корпуса СС. Помните, Каллер, когда-то все были такими, как эти трое? Да. Там, в Польше, в Голландии, во Франции. О да, господин генерал, до Сталинграда, до этой... русской земли. Один из призраков остался на месте. Младший сержант. Незаметный был паренек, а погиб героем. Орел. Ой, тяжел я.
Ничего, ничего, Никаныч, ничего. Ай, давай, давай, скорости. Лес пахнет. Как сладко пахнет каждая травинка, листочек. Сушь не слышно. А вот дождь прошел, каждое растение свой запах имеет. Полное лето. Бросьте меня, товарищ. Не сможешь идти, понесем. Да что вы, товарищ гвардии-лейтенант, я дойду своим ходом. Вот. Товарищ гвардии-лейтенант, разрешите я их? Нет. Рацию к передаче. Звезда, звезда. Я земля, звезда, звезда, я земля. Звезда свою задачу выполнила. Лейтенант Мещеряков. Гвардии лейтенант Мещеряков. Дальше пойдете вы. С вами пойдет Мамочкин. Товарищ гвардии лейтенант, как же это? Выполнять. Вас прикроем, друзья. Километра три. Товарищ лейтенант, дальше уходить один. Нет, вместе. Оба пропадем, товарищ лейтенант.
Вадим, не бойся. Вот так вот. Да, 17 есть. Понятно. Немцы разминировали проходы для танков. Готовятся. Ну что ж, встретим. Звезда, звезда. Товарищ гвардии полковник, я земля. Что делать? Я земля. Радисты прием, сейчас до зареза нужны. А снять рацию трудно. Если снять, значит конец. Конец. А так надежда. Рацию снимать не будем. Подождем. Подождем, товарищ гвардии полковник. Товарищ гвардии полковник. Что случилось? Прибыли новые оперативные карты. Вот. Берлин. Польша. Восточная Пруссия, Силезия и Берлин. Вот 20 экземпляров. Последний удар. Последнее наступление, товарищ гвардии полковник. Дорогой ты мой, что принес? Ну, добрый час. Алиев, вернитесь. Бурку оденьте, не то тревога пойдет по всей дивизии. Сюда! Кто такой? Гвардии лейтенант Мещеряков с донесением прибыл. Гвардии полковник, командующему фронтом. Имена героев-разведчиков представьте командующему. Слушай. Карта нашего разведчика дополняет имеющиеся сведения о наличии в этом районе танковых дивизий СС. Мертвая голова, Викинг, Гроссдойчленд и 12-й танковый, взятых из-под Ленинграда. Переброшенный из группы армии Северная Украина 19-й танковый, и взятых из районов Ленинград, Псков, Нарва 15 стрелковых дивизий. Готовьте приказ по наступлению. Да. Да. Слушай, слушай. Под позывные.
Может, музыку вырубить? Мы не услышим. Такая силища в лесах собралась. Как грохнет все сразу, услышишь. Это тебе, это тебе. Есть восьмая. Подождите. Можете идти. Дальше. 12. Слушаю. Передавать приказ. Чайка. Соболь. Чайка. Соболь. Я земля. Я земля. Я земля. Я земля. Бобер один. Прием. Бобер два. Прием. Бобер три. Прием. Прием. Я бобер один. Слышу вас хорошо. Прием. Я бобер два. Я бобер два. Прием. Прием. Я бобер три. Я бобер три. Прием. Я чайка. Я чайка. Прием. Прием. Я соболь. Я соболь. Прием. Прием. Счастье доложили готовность. Хорошо. Как у вас? Готово. А, разведчик. Роту принял? Точно так. Прошу разрешения отправиться с головным отрядом танков. Поддержки пехоты. Приказал бы тебе отдыхать. Для места тебе знакомы. Иди, разведчик. Показывай танкам дорогу. Слушаюсь. Время, товарищ гвардии полковник. Начальник артиллерии. Внимание! Открыть огонь! Огонь! Передавайте 32. Звезда! Звезда! Я земля! Я земля! Прием! Прием! Я звезда! Я звезда! Слышу вас хорошо! Прием! Начинайте 32! Начинайте 32! Начинайте 32! По местам! Заводись! Thank you.